Кофе, сэр. Спасибо. Вот это бляха. Не снимаю, давай. В следующий раз, чтоб сюда не плыло. Тут у нас иконка для карпа, специально карповая, плюс я добавил кукурузу, ну и воды из водоема. Уже накрутил несколько шариков, забросил, подкормил, это еще то, что осталось. Замешиваю, к сожалению, в мешке, забыл ведро. Вот. Но ничего страшного, с положения вышли, подкормили, так что все нормально. Ну вот здесь снова прикормка для нас. Сало, хлебушек, лучок, ну, там орехи, там то все, 5-10, и приправа для огурцов. Вот, кстати, сало у меня тут, я думаю, может эту удочку снарядить и попробовать половить на кусочек сала с чесноком. Эксперимент. Мы снова вам отцемся. Те, кто любит рыболовные посиделки на нашем излюбленном месте и на нашем канале замечательных людей, добро пожаловать. Посмотреть есть на что, подумать есть о чем. Слышал, что запах чеснока неплохо привлекает рыбу, поэтому решил поставить сало с чесноком, эксперимента ради. Ну вот, ребят, все удочки закинуты. Я считаю, что мы сделали все, что могли. Кусь, помаши маме ручкой. Вот, остается только ждать. Надеюсь, что что-то да будет. И интересно, что будет вот на той удочке, на матчевой. Не фидерная, а матчевая. Неправильно до этого сказал. Вот. Интересно, потому что там стоит сало вместо наживки. Поглядим. Может, Кузя что-нибудь опять поймает. Утро у нас задалось не особо удачно. Во-первых, с вечера опять забыли купить кукурузу. Пришлось утром ехать на заправку почти на дальний кордон. А во-вторых, Амацемс встретил нас проливным дождем, и мы полчаса сидели в машине. Но эти страдания не прошли впустую. Кто-то заинтересовался салом. И Кузя что-то тащит на мою удочку. Что-то было. Но не сложилось. Кузь, ты перекинь ее. Что-то было. Может, сегодня нам повезет. Первая пойманная рыба. Ну, очень крупнецкая плотва. Давно такой не видел. Ну вот, Кузя вытащил здоровущую плотву. На мою удочку, правда. Но вытащил Кузя. Которая чуть не сперла эту самую удочку. И Кузя поклевку услышал, да, Кузь? Так вот, такие монстры здесь бывают. Подкармливая рыбу, не забывали мы подкармливаться сами. На природе вкусно все, не говоря уже о сале, с лучком, да домашним огурчиком. На десерт, опять же, домашняя творожная запеканка. Не оставили нас без внимания и наши друзья, раки. Не знаю как, но они узнают, что мы приехали, и подтягиваются из глубины к берегу, за угощением. Ну а мы с Кузей их с радостью угощаем. К этой всей благодати добавился солнечный свет, распогодилось, и, как вишенка на торте, крепкий черный густой кофе из термоса. Кузя пьет с сахаром, я без, поэтому для друга у меня есть и кружечка отдельная, и сахар.
кофе, сэр. Спасибо. Как и всегда, нежданно-негаданно, в момент покоя случилась карповая поклевка. Снимаю, давай. Ведет, да, возит, да? Да пофиг, тащи. Тут Кузя, видимо, на нерве, перепутал стороны. Удочка-то правая, а не левая. Борьба велась довольно долго, и в этой битве титанов победил то ли карп, то ли карась. Мы так и не поняли, но было что-то очень крупное. А между тем, мешок полнился крупной плотвой, которую было решено брать. Сегодня у нас неплохой улов плотвы, и ушел один кабан. Конкретный кабан, я пока не знаю, как это выглядит на видео, если там кадры, попался ли какой-то момент, когда видно этого монстра. Вот, в общем, он запутался там с другой удочкой, пока я вытаскивал ту удочку, пока, короче, мы бегали, суетились, ухали-яхали, подтащили его к траве, и он сорвался. И вот на фоне Кузя опять что-то тащит. Адреналин, но обидно. Он реально был, этот карп был реально большим. Реально большим он был. Но пока идет, вот плотва хоть пошла. Хоть какой-то экшен. Посмотрим, что будет дальше. Салом пока никто так и не заинтересовался. Но я все же решил не спешить и не менять наживку. Плотва и красноперка сегодня были в ударе, а вот Кузя от этого был не в восторге. Что это за реакция, Кузя? Зарано. Зарано было, Кузя, не успел он взять. Кинь туда же еще раз. Реабилитируй, да? В общем, сегодня нам везет на красноперку и на плотву. Как я уже сказал, кабанчика упустили. И была вроде бы еще одна такая карповая поклевка, но не срослось. Либо зарано, либо он не взял все-таки. Но клев такими наплывами. То есть, то какой-то затишье, то вдруг плотва начинает брать.
и такие поклевки, как у карпа. Я надеюсь, что все-таки карп еще будет. Несмотря на то, что уже 9 часов утра. И снова крупный плотвен. Но мои надежды не оправдались. Больше карп в тот день нас не уважил. Кузя, у тебя есть что сказать о сегодняшней рыбалке? Пару слов. Только рыба надоела, а так? Как-то не задалась у нас рыбалка сегодня. То дождь пошел. То кукурузы не было, то дождь пошел. То не та рыба, но не задалась. Это знаешь, как обычно, когда рыбы нет, вот это не задалась. Но сегодня-то она есть. Ну, да. Баба не человек, курица не птица, плотва не рыба. Угу. Я надеялся на другую рыбу. Я ехал за другой рыбой. А вот не за вот этой. Вот смотри, как она опять взяла. За краш? И крючок в другую сторону, за нижнюю губу. Реабилитируем, да? Да. Передай, пусть скажи ей, пусть передаст своим. В следующий раз тут сюда не плыло. Как ракета. Ну вот такая вот у нас килькорыбистая рыбалка сегодня получилась. Все-таки, как говорится, на безрыбье и плотва рыба. Так что мне кажется, что уж не совсем уж по нулям и сказать, что рыбалка никакая, все-таки нельзя. Хотя тот факт, что ушел кабанчик, нас печалит. Как-то так. Всем спасибо, всем пока.